председателя собрания депутатов от Октябрьского сельского поселения. Что ж, видите письмо? Так, номер один. Под номером один у нас Халаптина Татьяна, ученица 6 класса Октябрьской средней образовательной школы. Татьяна, беги к нам. От имени Совета депутатов и от себя лично всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы у всех были у вас мечты, чтобы эти мечты всегда у вас сбывались. Здоровья, счастья, радости в Новом году. Спасибо большое. Добрая ты на память. А я приглашаю на сцену добрую волшебницу, фею Каринину Римму Петровну. Пожалуйста. Ищите письмо. Сейчас она выбирает. Итак, я вижу, что ваш номер 41. И под номером 41 у нас Мавлянова Яна, ученица 1 класса Октябрьской СОЖ. Вот она, маленькая снежинка, принцесса, беги к нам. Скажи, пожалуйста, Яна, ты любишь рисовать? Да? Давай повернемся сюда, к зрителям. Яна любит очень рисовать, поэтому она получает в подарок набор художника. Кто знает, может быть, мы ее имя услышим в будущем. Она станет вдруг великой у нас художницей. Да, Яна? Спасибо вам большое. Ну, давайте попросим на сцену еще одного волшебника. Сегодня все помощники Деда Мороза. На сцену приглашаю главу Петрушурашевского сельского поселения Орлова Владимира Альбертовича. Пожалуйста. Ну что ж, тяните письмо, да? Я знаю, что у вас сегодня два подарка, да? Два? Один? Итак, под номером 20 у нас Василия Людмила, ученица 6 класса 1 Чурашевской средней образовательной школы. Она сегодня мечтала, вернее, не сегодня, она сегодня, в этом году, мечтала получить в подарок спортивную форму. Ты любишь спорт? Мы тебе желаем спортивных достижений. Поаплодируем ей. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, успехов всем, исполнения желаний в Новом году. А про Люду я хочу сказать, она не только хорошо учится, она очень активна не только в школе, но и у нас в сельском поселении, во всех мероприятиях участвует, которые проводятся в клубе. Ну, молодец она такая. Желаю тебе, Люда, успехов, хорошо учиться и в таком же духе продолжали дальше. Ну, я думаю, это и всем ребятам сегодня можно пожелать. Спасибо большое. Ну что, а я хочу сюда позвать Краснова Александра Васильевича, депутата Малинско-Посадского районного собрания депутатов. Приходите, пожалуйста, на сцену. Сразу видно, что подарок, да. Здравствуйте. Выбирайте письмо. Номер 14. Под номером 14.
14 у нас Ефремов Кирилл, ученик 7 класса 1 Чурашевской СОЖ. Кирилл, иди к нам. И лыжи, и ботинки. Ну что, примешь активное участие в лыжне России 2022? Всем с наступающим Новым годом, счастья, радости, веселья и ученикам хороших оценок. Спасибо большое. Так, следующий наш гость, помощник Деда Мороза, это Иванов Владимир Викентьевич, глава крестьянско-фермерского хозяйства. Вот он уже к нам спешит сюда. Здравствуйте, вытягивайте, пожалуйста, письмо, снимайте с елочки. Номер 25. Письмо номер 25 писала Казакова Елена, ученица 8 класса 1 Чурашевской средней образовательной школы. Лен, скажи, пожалуйста, как ты будешь встречать праздник? С друзьями, а дома? И дома. И дома, и с друзьями, везде хочешь успеть. Да, ну желаем тебе хорошо, весело отметить этот праздник. Спасибо. Всех присутствующих хочется поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья нашим ученикам, детям, успехов в школе, чтобы они отлично учились, не болели. И также продолжали стараться учиться. Спасибо большое. А мы ждем на сцене добрую фею Светлану Витальевну Арсентьеву, заместителя главы администрации, начальника отдела образования и молодежной политики. Светлана Витальевна сегодня приготовила два подарка, поэтому она должна снять два письма потом. Дорогие наши любимые дети, уважаемые родители, коллеги, гости, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всем творческих успехов, исполнения желаний, крепкого здоровья. Будьте счастливы. Мы вас любим. Спасибо большое за добрые слова. Так, давайте посмотрим. Итак, номер 17. Аристарков Данил, ученик 4 класса общеобразовательной школы. Данил, иди к нам. Данил у нас мечтал о наборе фломастера. Ты любишь рисовать? Здорово. Спасибо. И номер 11. Николай Виталий, ученик 5 класса общеобразовательной школы. Еще один художник нам поднимается на сцену, любит рисовать. Набор художника тоже. С праздником еще раз. Спасибо вам большое. Ну а на сцену поднимается Демьянов Петр Иванович, индивидуальный предприниматель, в роли доброго волшебника. Он сегодня тоже выступит. А его сегодня нет. Он помогает Дедушку Морозу сюда приехать. Не похитили? Нет, он просто помогает нам сюда приехать. Ясно. Вот. Он попозже будет? Нет, я вместо него. Ну здорово, хорошо. Тогда вытягивай письмо. Фигурочка вытянула номер 5, под которым скрывается имя Бакшаевой Марии, ученицы 8
школы. Хочу вам сказать, что это тоже спортсменка. Она любит кататься на лыжах. Ну и, соответственно, подарок у нее сегодня шапка и перчатки для катания. Это твоя мечта была в этом году. Да. Ну хорошо, мы тебе тоже желаем спортивных достижений. Скажи, как ты будешь встречать Новый год? У семьи салатики будешь маме помогать в детстве? Здорово. Ну, аплодисменты, Мария. Спасибо большое. Спасибо тебе, Снегурочка. Ну, еще одна добрая фея есть у нас в зале. Это индивидуальный предприниматель Румянцева Олеся. Я приглашаю ее на сцену. И мы уже видим сразу подарочек. Тяни, кому подаришь? Харитонова Елизавета, ученица первого класса общеобразовательной школы. Довольна? Это твой любимый сказочный герой? Здорово. Спасибо. Спасибо. Я приглашаю на сцену Виноградову Елену Сергеевну, депутата Мариинского-Посадского городского собрания депутатов. Все так загадочно упаковано, не догадаешься, что здесь. Но сейчас мы узнаем. Так, итак, номер 27. Подарок для Дунаевой Кристины. Она в этом году пожелала лыжи. И учится она в общеобразовательной школе города Мариинского Посада. Я поняла, Маша, что ты за нее? Только передать. Пишет еще одна волшебница. Это Белова Александра Васильевна, депутат Мариинского-Посадского городского собрания депутатов. Она сегодня исполняет ваше желание. Поэтому я вас приглашаю к елочке. Доставайте письмо. Так, и под номером 35 у нас Булавин Никита, ученик первого класса общеобразовательной школы города Мариинского Посада. Я пожелала получить машинку на пульте управления. Слушайте, в общеобразовательной школе что-то назревали. Там скоро каждый будет иметь машинку на пульте управления. Точно, нас ждут гонки. Мы тебе желаем, Никита, здоровья и успехов в следующем году. Все мечты должны сбываться. И очень приятно быть сегодня немножко волшебником, исполнить хоть одну мечту, но увидеть блеск в глазах детей с наступающим вас. Спасибо большое. Приглашается Шляпунин Олег Витальевич, депутат Мариинского-Посадского районного собрания депутатов. Представите, ну вы нам сейчас сами представитесь тогда. Товарищ тоже занят, исполняет желание, помогает Деду Морозу. Так, а так наша миссия, да, порадует детишек. Ну, приступайте к миссии, притягивайте письмо. А любой. Какой вам нравится?
номер 39. И Сачкина Мария, ученица 9 класса общеобразовательной школы. Она пожелала получить в этом году от Дедушки Мороза сладости и коньки. Следующее письмо, номер 35. Это у нас Николаева Александра, ученица Приволжской общеобразовательной школы. Она мечтает о новых фломастерах. Она заболела, говорят. Тут представитель. Но все равно. И еще один номер, это 27-й. Исаева Зарина, ученица Приволжской ООШ. Она мечтала получить большого плюшевого медведя. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть следующий год будет удачным, счастливым для всех. Принесет радостные события, яркие моменты. Самое главное, чтобы все были здоровы. И у всех все было хорошо. Спасибо вам большое. Так, мы с вами идем дальше. И я приглашаю на сцену Апанасьева Александра Николаевича, депутата Смоленско-Посадского районного собрания депутатов. Подъехать, у него рабочие стройки и просил нас. Хорошо, тогда вот он задумал подарить два подарка, а вытягивайте, пожалуйста, два конвертика. Так, под номером 12 у нас скрывается имя Агатеевой Валентины, ученицы 5 класса Сучевской средней образовательной школы. И она мечтала получить на Новый год конструктор юного художника. А следующее письмо у нас номер 23. Его писал Григорьев Даниил, ученик 5 класса Сучевской средней образовательной школы. Он мечтает о конструкторе.